Актауский школьник во время занятий решил прогуляться по карнизу окна на четвертом этаже. По словам специалистов городского отдела образования, инцидент произошел во время большой перемены. С родителями пятиклассника руководство школы провело профилактические беседы. Классного руководителя призвали к ответственности. В целях безопасности все окна на четвертом этаже были заперты, а класс, в котором учится герой видео, перевели на второй этаж. В Уральске полиция задержала 33-летнюю женщину, сообщившую о заложенном взрывном устройстве в центре ресоциализации лиц. Вызов в полицию поступил в 9 часу вечера. На место выезжали службы ЧС и пожаротушения, полицейские с кинологами и медики. Жители, которые находятся сейчас здесь, были выведены. Около 60 человек у нас. Вместе с персоналом сообщение не подтвердилось, сообщение оказалось сложным. Полиция расследует уголовное дело по 273 статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма». Преступление наказывается лишением свободы до 6 лет. Акция по уничтожению более 400 наркосодержащих растений прошла в городе Абая Карагандинской области. По данным ДВД, коноплю оперативники обнаружили в степи, недалеко от жилого массива города. Ранее незаконная плантация марихуаны была найдена в Улутауском районе. Общий вес кустов растения превысил 500 килограммов. Всего за период проведения ОПМ «Кокнар-2018» на территории Карагандинской области изъято из преступного оборота более 1,5 тонн различных наркотических средств, в том числе героина – 4,5 килограммов.